то у нас на самом деле произошла приватизация государственной собственности. Кто является бенефициарами этой приватизации? Формально это набор наших российских олигархов. Но я думаю, что эти олигархи – это олигархи на один час. За ними стоят другие олигархи. Это, знаете, как пищевая пирамида. Как пищевая пирамида. В 93-м году, да, я работал в МФО «Минотеп». Этой организацией руководил Ходорковский. А Ходорковский – это транзитная фигура. Когда он вернулся из Америки, его под белые руки, значит, отправили в заточение. Начали расследование. Вот, распутывали эту цепочку офшорных компаний. Следственный комитет получил задание, и он это задание выполнил. Прошли по цепочке до последнего звена офшорная гибралтарская компания. В документах записано, главный бенефициар Яков Ротшильд. Я думаю, что если любого взять олигарха и начать раскручивать цепочку, мы увидим нечто похожее. Так что на самом деле мы лишены своей экономики, мы лишены своей культуры, мы находимся на территории оккупированного государства или оккупированной страны.